А причина в глобальном кризисе человечества, в ресурсах, экономике, экологии и так далее. Выйти из кризиса глобализаторы пытаются за счет России. Для этого и была развернута холодная война, война информационная, когда народ так оболванивают, что люди сами выполняют цели оккупантов. И сейчас на Запад текут наши газ, нефть, лес, мозги. Глобализаторы сумели всех нас травить друг с другом. Все партии отстаивают свои частичные цели. Так действует их принцип управления, разделяя властвуй. Как разобраться в этой каше? Надо знать планы глобализаторов. Было 4 сценария захвата России. Им не важно, кто будет сидеть в Кремле. Им важно, чтобы выполнялись их цели. Сейчас нас готовят к 4-му варианту, который мы должны захотеть сами. Для этого в стране гремят взрывы и создается бардак, которому пытается противостоять Путин. Никакими запретами и турникетами, заборами и милицией порядка в стране не навести, ибо все наши проблемы в нравственности. А культура, в которой мы живем, безнравственная по своей сути. Поэтому главная задача – осуществить культурное преображение общества на нравственной основе. Нам навязали безнравственную концепцию управления страной. Поэтому главное, что мы сделаем вместе с вами – сменим безнравственную западную концепцию.